Сейчас я обращусь к вам, мужчины и женщины, кто меня смотрит. Пожалуйста, покажите вот это видео своим детям-подросткам. Если у вас растет девочка-подросток или парень, это видео им надо обязательно посмотреть. Благодаря этому видео вы поможете наверняка избежать травматизации психики некоторым из детей. Итак, смотрите, о чем пойдет речь. Речь пойдет о непроизвольной эрекции. Что такое непроизвольная эрекция? Это когда, вне зависимости от того, о чем думает молодой человек, чаще всего она в подростковом возрасте происходит, и у девочек это легко спрятать, а вот у парней это спрятать невозможно. И по этой причине, из-за непроизвольной эрекции, большое количество парней страдают, получают травмы психологические, и потом с этими травмами идут во взрослую жизнь. Вот чтобы избежать, ну хотя бы минимализировать количество вот этих травмированных мужчин в будущем, я хочу записать вот это видео. Что такое непроизвольная эрекция, ребята? Сейчас уже обращаюсь к подросткам. Непроизвольная эрекция, она совершенно не связана ни с чем сексуальным. То есть молодой человек в этот момент не обязательно думал там о сексе, он может вообще сидел и что-то считал у себя в голове. И вдруг у него возникла эрекция. И, естественно, все начинаете смеяться. Вот запомните, пожалуйста, включите, когда вы видите, что у парня вдруг внезапно возникла эрекция, включите осознанность. Вы взрослые, умные люди. Сделайте вид, что вы этого не знаете и не видите. По какой причине возникает эрекция? Их три этих причины. Первая причина – это переполнение семенных пузырьков. То есть это такой момент, а мужчина не может это контролировать. Второй – это переполнение мочевого пузыря. И третьей причиной является переполнение кишечника. Ну, то есть в этот момент, допустим, парень сильно писить захотел, и у него произошла эрекция. Сделайте вид, что вы этого не видите, особенно если молодой человек очень стеснительный, если он скромный, если он застенчивый. Ни в коем случае нельзя его подвергать вот этим насмешкам, нельзя его высмеивать. Вы даже не представляете, какую глубокую травму вы можете ему этим нанести. Просто хочу, чтобы вы поняли, это физический процесс, которого избежать невозможно в подростковом возрасте, и контролировать его невозможно тоже. То есть девчонки тоже возбуждаются, раз и эрекция у них непонятно от чего, но это хотя бы можно спрятать. Берегите себя и своих сверстников, будьте осознаннее и умнее, и ваше общество, когда вы вырастете, ваше общество будет очень отличаться от нашего. Потому что вот если посмотреть по статистике травмированных мужчин, которые выходят, вот наше поколение вышло во взрослую жизнь, это просто устрашающие цифры. И огромную долю этих травм как раз занимает спонтанная эрекция в ненужном месте, в ненужное время. Поэтому просто сделайте вид, что вы ничего не заметили. Будьте умнее.